Интересно, что делает в лесу грузовик? Наверное, его тут в стародавние времена рыцари забыли. Да нет, не рыцари, динозавры. С тех пор здесь стоит. Такой огромный и смешной. Вот машина крутая. Не то, что это. Меня увидел человек! И еще должна книги читать, убирать за собой, помогать родителям. Динозавры! Катя, бабушка, в лесу динозавры! Динозавры! Что? Динозавры! Огромные динозаврище! Да что же это делается? Нет, не верю. Никаких динозавров на свете нет. Если б ты сказал, что... нашел огромный грузовик в лесу. Это бывает, а динозавров не бывает. Тот грузовик раз и превратился в динозавра. Ага. Раз грузовик, раз динозавр, да? Да, правда. Да говорю же, вот такой грузовик, а потом смотрю, это динозавр. Этого не может быть. Оу, ученые бы давно это открыли. Оу, да перестань ты. Нельзя спрятать динозавров в нашем лесу. Оу, бабушка, ну скажи ему. Пошли бы погуляли в лесу, погода чудная, и брата возьмите. М? Точно, сама все увидишь, пошли. Ну и где динозавр? Сейчас, сейчас, не отставай. Ага, да, сейчас. Ау, динозавры, ау. Ты, Петя, выдумщик. Сочинил какую-то чепуху? Ничего я не сочинял. Был грузовик и динозавр. Ни грузовиков, ни динозавров. Ну все, пошли домой. Ой, смотри! Держись, Ипполит! Ипполит утонет! И что же делать? Я не умею плавать. И я не умею. Динозавры! Слушай мою команду! Друзья, приступить к спасательным работам! Турбозавры, вперед! Очень глубоко! Ух ты! Этого недостаточно. Все равно еще глубоко. Oh!
же ты нас напугал! Спасибо вам! А ты говорила, я выдумщик и фантазер. Ну что ж, теперь рассказывайте. Дело было так. Жми кнопку подписаться, и мы будем видеться чаще. А почему вы одни гуляете по лесу? Вы же можете заблудиться. Но это же наш лес. Мы здесь знаем каждую тропинку, каждое деревце. Здесь совершенно безопасно. У нас каникулы, и мы живем у бабушки в поселке. А родители работают в городе и приезжают только на выходные. Давайте знакомиться. Меня зовут Катя, а это мои братья Петя и Ипполит. А как вас всех зовут? Итак, начнем! Буль! Ого! Ух ты! Тор! Ничего себе! Трак! Вот это да! Круто! И, наконец, да! Вообще-то, с меня можно было начать. Ого! А тебя? Тебя как зовут? Жеф! Да, это я! О! Фотография на память. Это все какая-то фантастика. Просто восторг. Но как же так получилось, что про вас никто ничего не знает? Как вы прячетесь в нашем лесу? Вы же такие огромные. Покажем? Покажем! Обратите внимание, солнечные батареи. Благодаря им мы получаем необходимую энергию. Но как вам удалось создать все это? Это было непросто. Потребовались миллионы лет. И вы все время проводите под землей и в нашем лесу? А вам не скучно? Ведь мир такой огромный и интересный. Да, иногда становится скучновато. Тоскливо. Нечем заняться. И тогда мы делаем так. Буль! Турбозавры, вперед! И в таком виде мы можем ехать куда угодно. Вот здорово! Постойте, вот по городу едут машины, а на самом деле не все они машины, некоторые из них динозавры. С ума сойти!
Внимание! К нам приближается человек! Нам пора! Увидимся! Здравствуйте, Степан Петрович! Здравствуйте, дети! А вы тут где-нибудь грибы не видели? Нет, Степан Петрович, грибов точно не видели. Ну, ладно, мы домой пойдем. А то бабушка нас заждалась. Счастливого пути! В прошлом году здесь полную корзину набрал. А сейчас ни одного. А это что такое? Интересненько. Поставь лайк этому видео, и мы будем появляться чаще! Опасный момент! Удар! Го! Не надо так! Так, Буль, ты вставай сюда. А ты, Трак, на него. Давай! Подсадите меня кто-нибудь! Куда мы его взяли? На абордаж, как пираты! Пираты? Это морские разбойники. Веселые. У них даже флаг называется «Веселый Роджер». Смотрите! А еще у пиратов есть сокровища. И они прячут клады. И находят их по карте. Вот бы мне клад найти. Пошли! Завтра у Пети день рождения. У меня есть идея подарка. Только вы... С днем рождения! Смотри, что я нашел на столе! Карту! А на ней отмечен клад! Наверное, ветром форточку занесло. Ой, как здорово! Надо звать динозавров. Да! И будем искать сокровища! Как настоящие пираты! Ура! Так, это кусты с колючками. Надо пройти 3 пальца на север и найти там сухое дерево. Клад под ним. Ясно? Чьих 3 пальца? Моих. А твоих 1.5. Ну все, вперед! Турбозавры, вперед! Где же этот куст? Ай! Вот он! Теперь 1.5 моих пальца на север! Сухое дерево! Я его видел! Вот это место! Надо копать здесь! Что-то есть! Ага! Это клад! Что это? Еще одна карта? И на ней снова клад? Так, надо их сравнить. Ясно. Так, так. А что здесь? Ну вот. Хотели тебя порадовать. А как теперь найти наш клад?
Мы сами не помним, где его закопали. Знаем только, что это на озере. Так это вы придумали! Не беда, а карта не нужна, и так найдем. Свистать всех наверх! Я уже наверху! Ух ты, остров! Настоящий! Это мы вчера насыпали. Сюрприз! Вот где-то на нем наш клад. Сейчас найдем! Там копни! Там смотрел? Никогда мы не найдем этот клад. Это то, о чем я думаю? А-а-а! Клад, клад, клад! Мы нашли клад! Все нашли! Ура! Ух ты! Пиратский капитанский костюм! А? Теперь мы настоящая пиратская команда! Пиастры! Пиастры! На абордаж! Ура! Я лучший вратарь в мире! Игра еще не кончилась! А где мяч? Улетел! И кто пойдет его искать? Вратарь не имеет права покидать ворота! Я принесу ваш мячик. О. Привет, ты кто? Тобик! Тобик, ко мне! Сюда идет человек! И он не один. Турбозавры, прячьтесь! Добрый день, Степан Петрович! Здравствуйте, дети! Машины в лесу? Странно. А что это вы тут делаете? Я объясняю ей, как играть в футбол. Тобик, ко мне! Здесь все равно нет ничего интересного. Ну что ты разлаялся? Идем лучше домой. Нам сегодня еще к ветеринару ехать. Все, они ушли. Ты чего, Анки? Ты что, не видел, как Тобику до понравилось? Ну и чему вы удивляетесь? В конце концов, среди нас я самая красивая. Постойте-ка, как же я? Вы только посмотрите! Крылья, бицепсы! Вы уже посетили ветеринара? А где Тобик? Убежал! Как? В городе погнался за мотоциклистом. Я бегал, звал его, но он так и не вернулся. Мы должны его найти! Конечно, мы вам поможем. Даже не сомневайтесь. Хочешь что-то сказать, Тор? В городе много улиц. Думаю, чтобы найти Тобика, нам придется разделиться. Ты прав. Турбозавры, вперед! Yeah!
Удалось найти Тобика. Но ведь он же пропадет. Он такой маленький, а город такой большой. Вы слышите? Он где-то внизу. Наверное, он упал в колодец? Булитор, копайте землю. Анки, тебе придется поднять трубу. Трак, ты должен аккуратно извлечь Тобика. А ты, До, свети фарами, чтобы было больше света. Турбозавры, вперед! Все заняты делом, только обо мне забыли. А я, может, тоже хочу командовать. Ровнее, ровнее. Осторожно. Вот так. Внимание, исторический кадр. Собака – друг динозавра. Петь, а что тебе задали на дом? Мне нужно подготовить презентацию о динозаврах. Ха! Ну это же легче легкого. Да, конечно. Но я не знаю, с чего начать. Постой-ка, я придумала. Могут ли динозавры существовать в современном мире? Точно! Мы-то знаем, что могут. Вот именно! Ты можешь их снять телефоном на видео. Отличная идея! Интересно, и куда все подевались? Обычно тут всегда кто-нибудь есть. Смотри! Зер! Зер! Ха, привет! Как дела? Что нового? Да ничего. А где все? Спят. Тихий час. А ты почему не спишь? А я уже выспался. Да, не повезло. Я работаю над школьным проектом, и мне очень нужна помощь. А какая именно помощь? Мне нужно, чтобы они сделали... что-то динозавровое! И я сниму их на видео. И что же? Мы будем как кинозвезды? Типа того. Хорошо, сейчас все устроим! Итак, все готовы к съемке? Да, готовы. Петя, а что именно нам нужно будет делать? Что-нибудь из того, что ваши предки делали в доисторические времена. Драться друг с другом, рычать, валить деревья. О, это когда было? Мы ничего такого не умеем. Нет, конечно, мы цивилизованные динозавры. Да. Ну не обязательно ведь драться по-настоящему. Вы же можете просто притворяться. О, притворяшки. Это будет весело. Да, да, давайте. Отлично. Кто будет первым? Мы будем. Я и Анки. Ой. Ой.
очень круто. Ну как, вы готовы? Камера? Мотор? Ну что же вы? Мы не будем драться, правда, Зер? Драться — это глупо и вообще неинтересно. И что же вы хотите делать? Ну, не знаю. Мы можем сделать красивые букеты. Это будет не слишком захватывающее зрелище. Придумала! Мы можем танцевать! О, это здорово! Я обожаю танцевать! Это будет самый лучший проект на свете. Ты будешь лучшим в классе. Да, благодаря вам. Ты еще не видел наш самый главный трюк. Один, два, три, четыре. Турбозавры, вперед! Да, да, я стану звездой. Миллионы просмотров! Оскар! Есть одна маленькая проблемка. Это видео нельзя показывать. Никто ж не знает про нас. Ой, мы об этом не подумали. Что же делать? Есть выход! Петя нарисует все, что видел и заснял. Зер, ты гений! Я знаю. Этот знак – остановка запрещена. Там, где этот знак, нельзя оставлять машину. А где остальные? Мы же хотели всем рассказать. Сейчас будут. Куда они денутся? На помощь! Случилось ужасное! Спасите! Зер, что случилось? Спокойно, спокойно. Зер, что произошло? Да, кстати, а где До? Так я о ней хотел сказать! Ее похитили! Она поехала в город, а там ее эвакуировали! Наверное, она не знала, что это за знак. Ее увезли как простую машину. Спокойно! У каждой проблемы есть решение. Веди нас, Зер! Турбозавры, вперед! Стой! А как же трак? Робот в городе привлечет внимание? Трак поедет с нами. И поверь мне, никто его не заметит. Видел я тут кое-что поблизости. Точно узнать, где находится До. Зер! Уже лечу! О, вот ты где! Еле тебя нашел! Схватили, утащили. Что мне делать? Без паники, До! Суперспасатель — мое второе имя. Обещаю, скоро ты будешь на свободе! Нас никто не видит? Выпускаем трака. Как же там тесно! Я нашел До! Она на втором этаже! Надо сломать стену там, где она стоит! До вылезет через дыру, а потом я ее заделаю так, что никто и не заметит! Как она слезет со второго этажа?
Тут нет лестницы. Ничего не получится. Нет ничего проще. И я придумал. Мы подведем к пролому горку, и до по ней спустится. Вот, смотрите. Гениально! Трак, сними крышу и часть стены там, где стоит До. Анки, уберешь их в сторону, чтобы не мешали. Тор, Буль, вы насыпаете песок под пролом, чтобы получилась гладкая горка. А мне что делать? Следи, чтобы нас не заметили. Сюда идут! Опять стройку затеяли. Копают и копают. Клад, что ли, ищут? Фу! Он ушел? Можно вылезать. Вернуть на место стену и крышу, а еще разровнять горку. Ура! Домой! Просто не знаю, друзья, что бы я делала без вас. Друзья на то и нужны, чтобы выручать из неприятностей. Но в следующий раз не останавливайся под этим знаком. А что это за знак? Ай-яй-яй, придется тебе учить правила. А в воздухе правила не нужны!